В разгар летнего отдыха Десногорское водохранилище наполняется рыбаками и любителями водных прогулок. Многие так увлекаются отдыхом, что забывают об опасностях, которые поджидают их на открытой воде. На страже безопасности отдыхающих патрульная группа сотрудников ГИМС. 25 июня на водохранилище Десногорска была проведена очередная плановая проверка за соблюдением правил пользования маломерными судами. В водных рейдах приняли участие сотрудники правоохранительных органов, представители администрации города и государственной инспекции по маломерным судам. Члены проверяющей группы акцентировали внимание отдыхающих на изменениях в правилах эксплуатации водных транспортных средств, которые вступили в силу 1 января 2021 года. Согласно новым поправкам, количество спасательных жилетов теперь должно соответствовать количеству человек на борту. И самое важное, спасательные средства должны быть надеты и надежно застегнуты, а не просто лежать рядом. Отсутствие спасательных жилетов – болезнь большинства отдыхающих. Многие выходят на воду, пренебрегая правилами безопасности, игнорируют жилеты и другие меры предосторожности. На особом положении в измененном законе – жизнь детей. Теперь перевозка на маломерном судне ребенка до 7 лет без сопровождения взрослого помимо водителя – это тоже нарушение закона. Мы нарушили губернаторскую статью по безопасности на водах Смоленской области. Виноват, признаю, моя вина. Признаю. Прогулки на лодках и катерах – действенный способ избавиться от летней жары, поэтому ежедневно на водохранилище выезжают десятки человек. Регулярный контроль за безопасностью – единственный способ сократить количество несчастных случаев на воде. Ксения Лошкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.